И к другим темам. В этом году в Казахстане на развитие бизнес-идей государство планирует выдать 9 тысяч грантов. Об этом сообщили представители Нацпалаты предпринимателей на презентации мер господдержки для малого и среднего бизнеса. Больше трети из них уже используются для реализации проектов. Кроме того, молодые предприниматели могут оформить микрокредиты от аграрной кредитной корпорации под 2,5% на срок до 5 лет. Уже получено около 4 тысяч заявок на общую сумму более 15 миллиардов тенге. Имеются также и нефинансовые меры господдержки. Существует несколько способов нефинансовой поддержки. Одной из них является сервисная помощь, куда входит информационное консультирование и деловое общение. Также имеется 4 разных вида сервисной поддержки – бухгалтерский учет, консалтинг, юридическая и тендерная подготовка.